Все начинается в Риме, на Олимпийском стадионе, где по статусу и по таблице, потому что пропущенный матч у Наполи, что даже хочется еще следующий игровой день. 40 очков у Милана, 37 у Интера и его ежедневные рекорды. Что команды сегодня, и это, по-моему, важнее, не изменили счет в матче с Интером на последних минутах. 37-й Леонардо Спинацоло, состав Ромы, Пау Лопес, испанские вратари сегодня играют. Рома имеет большое преимущество в противостоянии. Итак, посмотрите за ним внимательно, хотя и всегда развивает атаки, мгновенно принимая, можно сказать, не без его в сезоне. Это его один из результатов. Передача. Хорошая передача на Иммобиле. Пас в центр, Кайседо. Мяч остановил, Лацари, подача, Марушич пошел. Много спасений. Луис Альберто, высокая подача. Клаца уже в атаке, Чиро Иммобиле в штрафной. Дальний уезжает Златана Ибрагимовича, который тоже, но Иммобиле тройку лучших снайперов серии А в истории. Моменту много бьющих, играющих наверху футболистов. Рома отправлялась, как ее автобус, то ли ограждали автобус от потенциальных напряженным факельным шествием. Ой-ой-ой, какая ошибка старым работникам культуры. Что пить? Первое предупреждение, увлекся дриблингом лидер развивать атаки, но сейчас немного действительно увлекся, подача не лучшая. Скрини, напрасно он так изворачивался, вот это уже момент и угловой. Хорошая подача, нет, даже не 1-1, прошу прощения, 2. Да, успевает защитник, но ошибается, мяч штрафной, удар. Даже если считать это пасом, и ужасная потеря. Ну да, здесь Лацари, тот его не трогает, и Иммобиле. Конечно, Чиро Иммобиле, ему в последнюю секунду удар поворотом, Рейна. Так Рейна агрессивно шел на этот мяч, потому что подача, но определяют игру Ромы. Пока не хватает активности в середине. Нарушение Рону. Да, удар откровенный. Уже очень хороший показатель. 12 до начала штрафной Ромы. Это хорошая подача. Усиливает давление. Что-то вроде каре. Подача. Штрафной. Можно играть дальше, дальше. Удар поворотом. Бьются с ним, падает и внимается. Вот здесь касание мяча рукой может быть. И удар. Здесь миллион вариантов для того, чтобы мяч отменить. Подниматься и играть с партнером. И ужасные времена. Подача Карсдорфа Ромы. И вышел из группы. Подача Пеллегрини. Шинзаги, тренер команды, который ведет 2-0, отправился. Яра и Жордана Верту. Манчини заброс штрафной. Прилично. 37-26. А теперь 37-28. Но пока без реальных шансов забить. Диагональ, здесь численный перевес у Мацола в штрафной. Еще одна передача. Или открывается. Ну вот и Мобили как раз закрылся сейчас. Ну да, пошел слишком агрессив. Желтая Манчини. Не в лоб, так в пол. К ряду команды. Так что как видит Джека. Скидка, удар Мхитарян. Но Пеллегрини, Джека и Мхитарян. Подача в сторону Кайседо. Мхитарян на свободное место. Передача без... Лацари мешает подавать. И все-таки из-за... Лукас Лейва. И пас в штрафную. И Иммобиле. Слева это вопрос еще. Но в любом случае он уже на 5-2-3 скорее. Подача Рота, хотя нет, вот Штефан Раду мяч все-таки получает в неплохой позиции. Под...
второй тайм в его распоряжении. И вместо опорного полузащитника свисток Даниэля Арсато. И еще раз. Смотрим пока за развитием атаки, подача. И снова он выигрывает. Что творит сегодня? Кайседо. Похоже, в мяч, смотрите. И сейчас Иммобили остается перед Смолингом. Реголи своей команды в толпе соперников. Удар по воротам. Торможение. Раду как раз этот офсайд и определила. И красивый заброс в сторону Эдина Джека. На Иммобили. Манчини перед ним. Передача. Здорово. Ну, Лацио по-прежнему больше желтых карточек. Калепин. Воспитник Эспаньола. Появляется вместо Вильяра. Мхитарян и видит. Пепирейна. Потом, да, наступил сверху на ногу Миленковичу Савичу. Три. Принимал мяч грудью и в итоге вынужден... Пауза. Передача в центр. Ему уже под правую. Едва соперник не... Собирает его. Словно сорвал. Читников. Луис Филиппе наказан. Еще одна желтая карточка. Это четвертый наход. Иммобили против Манчини. Удар по воротам. Болисты передней линии Лацо. Удар Иммобили. Прямой заход на удар левый. То, по идее, любой правша. Сзади Педро слегка его цепляет. Но это квалифицирует. Так хотела быть показанной Лука Сулей. Матч. Иногда он только портит все. Передача обратная в штрафную. Обратный пас. Луис Альберто. А пробить самому. Бровистников. Все абсолютно. Абсолютно здесь были хороши и у соперников Акпак-Про. Маленькая пауза и резали. Как придумали и как все... ...ме ане ки 2019 ке ласт так и 2020 ке стартинг так иска лонч оне ки бат. Ис байк ке агар хам бат каре, исме апко е фаст электрик продакшн байк хоне вали е, жо Индия ме аеги. Жи хан, досто, фаст байк хоне вали е электрик фичерс ке саат. Ис апко хай тек фичер исме миленге, ор е енвайронмент френдли е. कंपनी ने इसको स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की है और साथ साथ में थोड़ी सिंपल लुकिंग भी देने की कोशिश की है। ये बाइक की आप पिक्स जैसे कि देख रहे हैं, काफ़ी आपको स्टाइलिश लुकिंग इसमें मिल रही है। ये बाइक की अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, सीधा सीधा ये अपाचे के आरटीआर 200 को टक्कर देने वाली है, केटीएम का ड्यूक 125 और केटीएम का ड्यूक 200 को भी ये टक्कर देने वाली है और ये पल्सर के 200 को भी ये टक्कर देगी। ये बाइक की लुक तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रही है। आप अपनी सजेशन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी सजेशन ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम कंपनी की तरफ से इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें, इसमें हमें मिल जाता है 6 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर इसमें मिलेगी, जो 27 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करेगी, जो काफ़ी बढ़िया है। और इसकी अगर हम बैटरी की